Вверх. Лапки. В Комсомольском парке музыка и детский смех. Семейный фестиваль «Время достижений» в самом разгаре. Веселые страусы, смешные пугало, озорная белка. Артисты вместе с детьми и родителями зажигают по полной. Мы всегда очень внимательно относимся к маленьким жителям города Череповец. И вот, собственно говоря, перед 1 июня, перед Днем защиты детей, наш замечательный фонд «Дорога к дому» компании «Северсталь» организовывает вот всегда большие праздники. К сожалению, в прошлом году у нас была сложная ситуация, не получилось такого сделать. И, соответственно, в этом году праздник, на мой взгляд, удался. Я посмотрела все площадки, мы прошли, везде много народу, веселые лица, счастливые лица детей. Что может быть прекраснее? Семейный фестиваль – завершающий этап большого проекта «Родительское просвещение» благотворительного фонда «Дорога к дому», который получил поддержку фонда президентских грантов. Этот масштабный проект дал возможность родителям не только из Череповца в течение года пройти онлайн-обучение в родительских группах и с помощью опытных психологов разобраться в тонкостях воспитания детей. Обучение почти закончено, и у родителей тоже начались каникулы. Но фестиваль не зря называется «Время достижений». Более 10 различных мастер-классов по созданию картин, плетению браслетов, поделок. Детей было не оторвать. Не могли устоять и родители. Мастер-класс по плетению вологодского кружева вызвал не меньше ажиотаж. Здорово! Очень классно. Ребенок счастлив просто. Мне кажется, я даже больше счастлив. Так, вот так, да? Да, подтянули. Дальше повторяем. Прекрасная смурфетта и шоу мыльных пузырей – еще одна изюминка праздника. Пройти мимо не могли ни взрослые, ни дети. А вот и экспериментальная площадка. Здесь дети смогли пройти краткий курс программирования, поработать 3D-ручкой и даже попробовать себя в управлении квадрокоптером. Ну а если требовалась небольшая передышка, в тени деревьев можно было отдохнуть в уютных гамаках. Понравилось футбол у вас так играть? Мне все нравится, тут классно! А здесь, словно по мановению волшебной палочки, прямо из сказки появились Маша и Медведь. Сфотографироваться на память с любимыми персонажами хотели все. Благодаря компании «Северсталь», благодаря благотворительному фонду «Дорога к дому» проводятся самые неординарные, самые интересные, замечательные конкурсы, в том числе конкурс рисунков, на которого поступило очень большое количество работ. Как говорит жюри, было выбрать очень сложно, но тем не менее достойные победители выбраны. Сегодня состоится их награждение и чествование. На импровизированной арт-стене выставлены самые яркие работы юных художников. Победителей в конкурсе рисунков «Счастье глазами детей», который проводил фонд при поддержке управления образования, сразу в 3 возрастных номинациях поздравляли и вручали подарки. Праздник получился по-настоящему семейным. И дети, и родители вместе выполняли различные задания, мастерили поделки. Всего только по самым скромным подсчетам на фестивале побывало более 2000 человек. Светлана Валевач, Сергей Павлов. Новости.